сюрприз, он все равно невозможен без участия всей команды, тренеров. Так что здорово, что есть такое признание, есть такой приз. И это мотивация для дальнейшей работы. Слушайте, как приятно, на самом деле было неожиданно, но такое признание, мне кажется, кому будет неприятно, да? Еще раз, что прежде всего нужно браться в защите, и все титулы, которые завоевываются, все от командной защиты и от индивидуальной способности.